Всем привет! Сегодня мы с вами посмотрим на лесной маршрут, который просто необходимо знать в 9 сезоне. Этот гайд будет полезен не только лесникам, но и игрокам разных линий для избежания возможных агрессивных ганков в ранней стадии игры. Мы разберем не только как двигаться по этому маршруту, но и как контрить его. Поэтому доставайте попкорн и смотрите видео до конца. Итак, что же это за маршрут? Мы начинаем путешествие с красного бафа с помощью союзника. После этого мы ганкаем ближайшую боковую линию. Да-да, мы идем ганкать прямо на втором уровне, и это делает наш маршрут очень агрессивным. Далее мы забираем ближайшего краба и по пути заходим на ганк средней линии. Казалось бы, на этом стоит прекратить агрессию, но нет. Мы идем на следующего краба, и после этого у нас есть несколько вариантов. Первый. Попробовать зайти на вражеский красный, украсть его и убить лесника. Второй. Зайти на ганг второй боковой линии, если она запушена. И напоследок мы идем на полную зачистку своего леса, имея преимущество по обзору за счет двух крабов. Многие из вас подумают, что игра уже выиграна, и вы абсолютно правы. Это самый сильный лесной маршрут на начало 9 сезона. В любом случае, он работает далеко не на любом леснике. Он подходит только тем, кто может обеспечить удачный ганг на втором уровне. Хорошим примером таких лесников являются Камила, Ксинжао и Пантеон. К сожалению, после недавних изменений Камила уже не так часто ходит в лес, но маршрут никто не отменял. Все эти чемпионы обладают сильным контролем на втором уровне и являются отличными дуэлянтами, которые при встрече могут с легкостью навалять вражескому леснику один на один. Даже учитывая, насколько силен этот маршрут, он все равно не идеален. Давайте подробнее рассмотрим, как его правильно использовать и контрить. Вам лучше начать этот путь с постановки варда в куст на реке. Это очень важно в текущей мете. Вам нужно поставить вард, когда таймер покажет минуту 10, и попросить своего союзника завардить противоположную сторону на минуту 20. Эти варды помогут вам понять, какой путь выбрал вражеский лесник и будет ли он идти брать раннего краба. Давайте разберем, что делать в такой ситуации. В любом случае, мы начинаем с красного бафа, игнорируя синий. Почему именно так? Красный баф дает нам не только замедление с автоатак, но и дополнительный продолжительный урон. Это даст нам не только преимущество при ганках, но и поможет в стычках за раннего краба. После красного вы забираете крабов и идете на синий, возле которого находятся волки и громб. А эти лагеря гораздо проще забрать, чем тех же рапторов или крагов. После того, как мы забрали красный, ищем возможность для ганка ближайшей боковой линии. Очень важно при этом идти через трибуш, а не проход возле средней линии. Это поможет вам избежать обнаружения на тотемах. Теперь мы двигаемся на ганг. В большинстве случаев это будет 100% ганг. Давайте поясним. Речной краб появляется на второй минуте. После зачистки красного вам все еще придется ждать его появления, и в это время мы можем сделать ганг на боковую линию. Обычно это не занимает много времени, но может выбить ресурсы из противника. После этого мы забираем ближайшего краба. При этом очень важно иметь обзор на другой стороне реки, чтобы знать, забирает ли противник своего раннего краба. В данном примере мы видим Каина. Что же нам делать? Ответ прост. Начинаем вертикальное лесничество. Что это такое? Проще всего увидеть, разделив карту по средней линии. Один лесник зачищает верхнюю часть карты, второй нижнюю. Каждый из них зачищает часть синим бафом соперника, как будто это его лес. В результате зачистка идет вертикально вместо привычной горизонтальной. Возвращаемся к игре. Мы забираем вражеский синий, Громпа и волков. Забирая волков, оставьте в живых маленького волчонка, он отложит восстановление лагеря на некоторое время. Многие из вас, наверное, поинтересуются, почему мы начинаем вертикальное лесничество после обнаружения противника, когда он забирает речного краба. Причина проста, он попросту не успеет добежать до своего синего, пока вы его забираете. К примеру, в этой ситуации Ксин забирает верхнего краба, а Удир нижнего. Далее Удир хочет защитить свой синий, но пока он добежал, Ксин уже его опередил. Теперь Удир не сможет забрать синий Ксина, так как находится слишком далеко.
Давайте вернемся к моменту убийства первого краба. После этого вы делаете попутный ганг. Ваша основная цель — забрать второго краба как можно раньше, а ближайший путь через мид. Этот ганг можно назвать попутным, так как он делается по пути от одного краба до другого. Этим гангом вы заработаете дополнительное преимущество для своего мидера, и он сможет вам помочь на крабе, если вмешается вражеский лесник. После того, как заберем второго краба, нам нужно решить, пойдем ли мы инвейдить вражеский красный, ганкать боковую линию, или вернемся к фарму своего леса. В этом примере лисин начинает со своего синего бафа, в то время как Камила с красного, и это значит, что красный лисина будет все еще на месте, так как после бафа леснику требуется забрать еще один или несколько кемпов, прежде чем пойти забирать следующий баф. Во время инвейда вы надеетесь на ошибку соперника и сможете убить его, обезопасив кражу бафа. Еще одна причина, почему это работает, в том, что ранние тотемы исчезнут примерно в 2.45, и когда вы закончите со вторым крабом, противник потеряет свой обзор, и вы можете не быть обнаруженным при инвейде. Если оба лесника начали с одинакового бафа, то и в инвейде не будет никакого смысла. В этом случае вам лучше будет пойти на ганг второй боковой линии, если она запушена противником. Если возможности для ганка не будет, вернитесь в свой лес и начните полную его зачистку. Это все равно сохранит ваше преимущество и давление, и вы будете подстрахованы обзором от крабов. С маршрутом мы разобрались, теперь разберем, как противостоять такому леснику. Если вы играете на нижней линии, не стоит поджидать соперника в трибуше. Вы будете сражаться 2 в 3 и сразу проиграете свою линию. Лучше всего будет обеспечить ранний обзор. Ставьте тотем в кусте на реке и в трибуше ближе к вражескому красному бафу. Некоторые чемпионы вроде Камилы могут перепрыгнуть через стену и избежать этих вардов. В этом случае ставьте вард на центре реки вместо куста. Если соперник берет свой красный и идет на крабов, он оставляет птичек и крагов. Вы можете наказать его за это. Начните со своего красного, затем убейте крагов и птичек, зачистив полностью свой красный лес. После этого вы можете забрать красный лес соперника. Оставьте маленького раптора, чтобы отложить восстановление лагеря противника. Если вы зачистите свой красный лес, противник не сможет там поживиться и отстанет по фарму. Отлично, теперь давайте подведем итог. Вы забираете красный и гангаете боковую линию. Далее забираете ближайшего краба, обращая внимание на вард с другой стороны для возможного обнаружения противника. Если он там, начинайте вертикальное лесничество. Если нет, делайте попутный ганг на мид и сами забирайте второго краба. Далее можно инвейдить вражеского лесника, если вы начали с ним с одной стороны. Если нет, ищите возможность для ганка боковой линии. В ином случае возвращайтесь к фарму своего леса, имея преимущество в двух крабов. Играя против такого леса, ставьте ранние варды в трибуше и на реке. Зачищайте полностью свой лес и рапторов с крагами противника. А что вы думаете по поводу этого лесного маршрута? Пишите в комментариях. Если вам понравилось это видео или было вам полезным, и возможно вы стали более лучшим лесником, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на группу ВКонтакте и увидимся в следующем видео. Ролик был переведен, озвучен и подготовлен командой Red Tape специально для Sharks.